Я вчера ходила везде, и в соцзащите была, и ходила к мэру на прием, хотела, нас везде посылали, там, и все, и соцзащита вообще сказала, что это не по их этому. Я говорю, а что мне делать, я с двумя ребятишками, несовершеннолетними, одна осталась, без мужа, без всего. Они говорят, вам ничем помочь не можем. И что теперь делать? Я даже не знаю. А если пойдет ливень? Зато ливень-то это, а еще зима впереди. И холодно там будет, там крыша все, видать, насквозь на улицу.